когда мы огород поливаем, у нас просто засуха очень большая. Вызвали тут МЧС. И самого настоящего дрангбойта. Озерная вода. Нам дождики обещают, но что-то непонятно, то ли будет, то ли нет. А у нас вода вся закончилась. Я уже здесь, в воде. А могу вот так дом сделать. Могу так поливать. Слейки. Да, вы видите, вот так фильмы снимают, когда там дождь сильно идет. Вода теплая, хорошую зарплату, побольше отпускные, добавочные, северный коэффициент. Ну все, сейчас проводим, шланги уже свернули. Если вам понравился этот ролик, ставьте лайк, делитесь этим видео с друзьями, выскажите свою точку зрения в комментариях и обязательно подписывайтесь на наш канал. Впереди будет много интересного и полезного.